Так. Как идет, значит, когда заканчивается руководство жировка вообще? Как у нас там Месяц. Что-то непонятно с этим вопросом. Да. Дело в том, что изначально сказали, что стажировка будет проходить 10 дней. Да. Сейчас уже говорят, что вроде продлили еще на 10-20. То есть 20, что 10 дней на одном отделении и 10 дней на другом, чтобы посмотреть специфику работы другого отделения. Так изначально. Так мы просто. Нет, да, так. Ну, когда мы приходили, нам так не говорили. То есть теперь получается, те, кто прошел 10 дней... А нам тоже сначала. Так всегда. Я 2 месяца тренировался. Да хорошо. Сколько было сказано? 3 этапа. Первый этап в головном банке и 2 по 10. Хорошо. Кто хочет высказаться? Ну, у нас вам достаточно было времени для стажировки? Кому достаточно? Поднимите руки, давайте будем решать, может быть. А достаточно для чего? Для того, чтобы идти самостоятельно. Чтобы работать? Ну, в принципе, можно работать и дальше учиться, не имеет значения. Начинать работать и продолжать. Учиться на наших клиентах, да? Нет, не имеется в виду учиться на наших клиентах. А именно осваивать в процессе работы. То есть вы считаете, что вам достаточно? Нет, я не говорю, что мне достаточно. Я говорю, есть такой вариант. Мне еще на чем бы хотелось... Но мы сейчас решаем как раз вопрос, продолжать стажировку или не продолжать стажировку. Кто как хочет, кто как себе это видит. Ну, из тех, у кого она заканчивается, да. Я считаю, что 10 дней они не помешают. А вы сколько уже проходите? 10 дней уже прошел. Сегодня как раз закончилось 10 дней. А вы из Киева, да? Да. То есть вы 10 дней прошли, еще хотите 10 дней? Да, еще 10 дней, чтобы посмотреть больше. А у кого другие мнения есть по этому поводу? Вот вам достаточно, только на меня смотрите, потому что я же не... Вам достаточно того, что вы... Сколько вы? Я 10 дней, но я еще бы хотел 10 дней. Так интересно вообще, знаете, это как в анекдоте. Я на вас показываю. Значит, я вас тоже... Что вы смотрите в другую сторону? На кого? Я просто предписываю. Да. Значит, важно. 10 днів я стажуюся, то що мало, велика нормативна база, багато внутрішніх приказів, інструкцій, треба працювати, то мало. Скажімо, іти з пістолетом на танк, то лишається. То есть, тобто ви рахуєте так, що треба ще, да? Да. Скільки ще треба? І де? Ну, скажімо, мінімум 10 днів ще треба. Зараз я був на Подільському табу. Сьогодні вже пішов на... А скільки ви були на якому табу? На Подільському 10 днів. 10 днів? Так. Да. А сьогодні? Тепер я сьогоднішній день пішов на Коментарнівське, щоб в порівнянні побачити роботу. Да, ну там взагалі ніякої роботи. Да, там ніякої роботи немає. Там повний караул, да. Розумієте? То найвища ситуація, яка може нас чекати в майбутньому по моделі. Ну і як ви... Як ви вважаєте, скільки ще вам потрібно стажувати? Вилічити. Ну, скажімо, повної стажировки треба місяць, мені здається. А на скольких відділеннях? Скільки відділень вам треба пройти? Два? Ну, мінімум, ну, я думаю, 2 буде нормально. Тому я така точка зору, так, підхід. А чим повинна закінчитися стажировка? Як ви рахуєте? Как мне потом определить, вы готовы самостоятельно на работу? Ну, можно и пройдут из спидбастера. Вот. Иные варианты можно. То вы считаете, что треба спидбастер? Или не треба? Розумієте, якщо, скажімо, ми входимо, маємо план кожен на руках, якщо людина підписує, скажімо, я приходжу, здаю, вона ставить підпис, тобто вона засвідчує тим, що знає певний рівень людина має, яка відповідає на питання, здає. Скажімо, того теж достатньо. А хто вам там ставить підпис? Ну, той, до кого я йду, здаю, наприклад, те чи інше питання по плану стажировки. Це хто там ставить? Там очі важливі спіші. Раз підписи є, можна йти на працю, так, самостійно? Ну, кажемо, що ще не так просто, розумієте, підписами, а практика ще мусить бути практикою. А ви, як ви вважаєте? Я вважаю, що обов'язково треба вот эти все инстанции пройти, потому что некоторые, конечно, так, ну, в форме собеседования, а некоторые экзаменуют как на экзамене. Да. Хорошо. И потом, я думаю, что все равно будут какие-то неясности, все на стажировке узнать нельзя. Все равно уже, когда приступишь к работе и столкнешься, все равно всегда с чем-то будешь сталкиваться. А сколько у нас отделений сейчас?
новое одно только на улице. А сколько у нас открывается в ближайшее время? В ближайшее время открывается около 6. Мене ще по позиції відносно навчання. Було б досить непогано, щоб з методологічної точки зору навчання кожна людина, щоб не було ніби в університеті. Якщо є якесь питання, була б лекція, збирала нас тут хоча б на півгодини, висвічили те питання, робили акцентацію на інструкції, які ми повинні пройти, потім йшли, йдемо на відділення, піднімаємо ті інструкції, додатково читаємо питання, які нам треба допрацювати, і то було б дуже добре, скажімо. Тобто спочатку треба, щоб всі інструкції нам тут розповідали, а потім ми ще не робили короткий наголос на основні моменти, які треба нам самостійно подивитися в інструкції. Розумієте, ми приходимо на відділення, велика кількість інструкцій, і одну можна добре прочитати, іншу не дочитати, іншу взагалі пропустити можна, розумієте? А так ми прийшли сюди, нам такий експромт, півчаса, такі-такі-то напрямки. Подивіться, будь ласка, коротко по тих напрямках навіть можна дещо сказати. Всі інші питання ми йдемо, працюємо в інструкціях, а потім йдемо, задаємо те питання до тої людини, під предмету якого ми консультувалися, яка читала нам лекцію. Буває так, що приходиш здавати зачет, думаєш, що ти готов, а тобі говорять, ти що це, це, це. Ти інструкції не продивився просто на. А ти просто не знав, навіть, що це треба вивчати. Тому що там багато чого, всього, і все охватити за один раз нельзя. А якщо б сказали, що ти повинен це знати, ізучив, прийшов, защитив, все. Ну, у меня такое мнение есть, пожелание. Дело в том, что бухгалтеры они сдают зачеты, сдают экзамены, у них есть конкретный список вопросов. А у директоров такого вопроса, списка нет. Вот. То есть, ну, просто список самых актуальных, самых часто встречающихся вопросов. Это было лучше всего. И по этому списку спрашивают. И научиться по нему было бы легче. Да, и учиться точно легче. То есть, например, каждый департамент спрашивает по-разному. То есть один с пристрастием, другой времени не имеет. Ну вот еще люди, которые вот у нас спрашивают, уже директора департамента, все, получается как бы два направления. Первое, это вот мы рассказываем, но что-то не рассказали, так нам объяснят. Кто-то, кто-то не сказали, надо так-то, так-то, так-то. А некоторые говорят сразу, кто-то, кто-то не рассказали, идите читайте инструкцию, придете в следующий раз. То есть получается, не, ну как, трудно сказать, что лучше, но время теряется. То есть лучше, или же, чтобы действительно нас как бы отправляли по каждому такому вопросу, или же вот те моменты, которые мы не доработали, просто человек, который принимает зачет, сам объяснит. Что мне делать? Обычно где работаете? На Бельческой. Кем? Директором. Нет. Он не может директором. Ну вот, еще такой момент, почему мне сделать нормальный экзамен, то есть оценками там 5-4 фи. То есть это было. Без меня как это решалось вообще? Это дело в том, что когда стали открываться новое отделение, пошла ваша резолюция о том, что это новое отделение, нужно стать директором. Как раз набрали молодых директоров. Вот. Чего вы шепчете? Да можно громче, действительно. Чего шепчете? Просто человека поставили, утвердили его. Была ваша резолюция, потому что была резолюция председателя Совета банка о том, что необходимо. Вы для кого говорите? Для меня или для них? Вы говорите. А что же вы шепчете об этом? Это просто образ немножко. Не думаю. Я думаю, что проблема какая-то есть. Так, пожалуйста. Вы уже и напряжитесь, или с концами. Председатель Совета банка утвердил господина Шухмана на должности директора. Вы уже не директор. Я вам обещаю, 100%. Я не знаю, что мне делать надо. Почему же? Достаточно хорошо вошел в работу. Какую же работу, если вы шепчете? Что же вы будете там шептаться? Какая инструкция была? Просто предоставили списки, и вы... И что, я написал его, чтобы он директором был? Чертов. Какую черту? А кому я ее поставил? Кто принял решение? И нас там Барзаковский сказал, что на старое отделение идут новые директора, а на новое отделение идут старые директора. И перечислил список лиц, которые заняли эти должности. Ну, был какой-то приказ, может. Да. Вы же подписывали все. Все заявили. Что? Мы подписывали приказ. То есть приказ на назначение. Ну, это после. Ну, после. И что? В частности, меня назначили на Печерское отделение. А директора Печерского отделения назначили на Русановской, но он выйдет с отпуска,
и приступит к своим обязанностям. Так сказал нам Барзаковский, сюда вас вызвал, и мы записали заявление для всех. Ну это еще ничего не значит. Мы не согласовали это со мной. Эти все вопросы надо со мной согласовать. Так как бы просто приказ уже есть, и два дня уже можно сказать работать. Ну ничего страшного. Это все делается быстро. Просто как бы в процессе разговора я понял, что очень много вопросов, которые мы должны согласовать. Во-первых, у нас есть такой вопрос. Одних я отобрал для директора, а других мы взяли, как бы, которые не прошли у меня собеседование, их 8 человек. Их я не обещаю директора, а как бы их взяли в догонку. Ну, это те, кто, видимо, новые люди пришли на семинар. Ну, но я, честно говоря, до конца не уверен, кто директор, кто нет. Я с учетом того, что у нас есть возможность выбирать, я бы хотел быть уверенным, что мы назначим правильно директора. В конце концов, у всех будут отделения, но просто одни быстрее готовятся, другие медленнее. Сейчас согласовать со мной, кто куда направлен. А вы считаете, как должно быть по стажировке? Я, в принципе, считаю, что стажировка пошла нормально. То есть она идет, во многом требуется от человека инициатива проявлять. То есть пойти на отделение, спросить у директора, что надо на каких моментах сконцентрировать свое внимание, задать эти вопросы директору и самостоятельно изучить, а потом прийти и сдать. Никаких проблем. Нет, так а первые, допустим, первая часть стажировки, это мы задаем экзамен людей в банке, не видя отделения. Да. Это чистая теория. Так да. Там такие общие вопросы. Там общие вопросы. А потом на отделение идешь, директору задаешь вопросы, он тебе сам говорит, вот это, вот это, вот это ты должен знать. Ну, а если директор, приходишь, читаешь, ну, то есть реально пришел, дал, и никаких проблем. На отделении такая ситуация, что мы как будто бы мешаем работе директоров и их бухгалтеров. То есть такая ситуация. Ну, они все заняты, то есть это понятно. У них всех работы хватает. Вот, то есть приходится их каждый раз дергать. Ну да, спрашивали, конечно, добивались того. Директор обязан тебе дать на стажировке. Это понятно. Просто важно, чтобы знать, на что обратить внимание. То есть приходится самому принимать решение, на что обратить внимание. Ну, это, в принципе, готовят. Директор обратит внимание. А допустим, ты приходишь сюда, тут тебе говорят, что ты еще и на это должен обратить. А директор тебе не говорил. Ну, слава Богу. Так это за помощь лучше. Ты потом сам поработаешь. На собственных ошибках. Нет, у нас вопрос не в том, что стоит. Вопрос стоит в том, что директор это универсал, правильно? То есть он все знает по чуть-чуть. Было бы лучше, если бы мы пришли конкретно. Здесь есть специалисты узкой направленности. То есть они обращают наше внимание на то, какие ошибки вообще проявляются среди вот этих всех директоров, которые работают. То есть они как бы нам первоначально ставят, вот были такие-такие ошибки, вы внимательно изучите эти проблемы и все. То есть, ну кто-то так говорит, никто же так не говорит. Да. Поэтому ты приходишь на отделение, ко всем пристаешь. Читаешь инструкции и спрашиваешь. Да, что на ключе? Ну что, что на ключе? Просто нет плана стажировки на отделение. Порой даже приходится, грубо говоря, сесть бухгалтеру на руки и сидеть за компьютером вместе с ним работать. Это нормально. Это нормально, я считаю. Когда клиентов много, то... Должен быть список вопросов, которые мы должны выяснить, проходя стажировку. Да. Никаких списков не нужно. Список вопросов. Это самообразование. А может, список. Хорошо, тогда давайте составьте этот. Вы можете составить список вопросов, которые бы я утвердил и заставил бы директоров отделений, чтобы они вас по нему учили. Вот что было бы хорошо, что просто, допустим, в каждом департаменте вы записали действительно тот минимум, который должен знать директор. Приходишь, например, в каждый департамент и непосредственно сотрудники этого департамента, начальники, они обращают внимание именно на те моменты, за которые могут банк штрафовать. То есть, например, 5-дневный срок там какой-то или 90 дней. То есть вот эти нюансы. То есть это в основном из-за чего может банк понести убыток. То есть это риск. То есть вот первую очередь, как вы говорили, учесть риск, а потом уже непосредственно какие-то такие. Ну хорошо, что нам делать с вопросами? Которые... Вот информационно-вычислительный департамент сделал так. Я могу показать, у меня с вопросами есть. Да, и он дал еще и распечатку, как бы ответы на эти вопросы.
сделать. Не, ну у нас есть там, в принципе, распечатка вопросы и ответы по справочной службе. Там тоже очень интересно. Да, у нас справочник очень хорошо. Там не все их перемешка. Я не взял, я не взял с собой, но он есть действительно, его нормальный. Ну да, он там хорошо очень. Да, и там вот по нему идешь, вот есть. По нему идешь, и в принципе тут все объясняется, что и где. Вот. И я считаю, это единственное, кто сделал божеский. Вот видите, вот то, что должен знать директор, уметь выполнить. Да, класс. А вы можете мне снять тогда после. После совещания давайте я сниму с этого, зовите ко мне приемную копию, и мы тогда. Но есть еще как бы одна проблема. Я думаю, что вы ничего не изучите до тех пор, пока вы не поработаете немножко в отделении. Не немножко, а вот я вот сейчас думаю, сколько, да? Не поработаете в отделениях на уровне заместителя директора с определенными обязанностями, да? И тогда вы предметно изучаете все вопросы, да? Сейчас я заставлю всех, чтобы они. А потом сдали вы, не сдали. Мне главное, чтобы я вас увидел людьми, которые в состоянии принимать решения. Да? Да. Потому что для меня важнее, например, чтобы росла трава, чем знание, ну, какой-то. Бухгалтерской инструкции, ну это вы все равно должны будете знать. Но на первом этапе вы должны знать основы менеджмента, ну, идеологию банка и как правильно принимать решения, да, где получить консультацию, куда звонить, если что-то не делается, да. И, наверное, по результатам вот такой стажировки можно будет принимать решение, кто директор и кто нет. Это, наверное, тоже важно. Я думаю, что мы должны взять минимум 5 отделений и по 10 дней как минимум пройтись по ним. Только если вы мне сейчас не представите немедленно все, что я говорил в понедельник, когда в пятницу, да, я вам бы говорил. Покажу. В соответствии с результатами семинара, который проводила госпожа Кичинская по вопросам кредитования, обязывая вас в срок до такого-то разработать и предоставить перечень форс-мажорных ситуаций, которые должны быть исчислены при разработке дополнительного соглашения к кредитному договору. Что за дополнительное соглашение? Дело в том, что по кредитному договору предусматривается дополнительное соглашение, в котором необходимо учесть все форс-мажорные ситуации. Не помню, ничего такого не существует. Об этом докладывала Ирина Леонидовна. Скажите мне, ничего такого нет. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я давал такое задание. Откуда вы это взяли? Ирина Леонидовна спросила. Я же не принес вам еще на согласование. Вы об этом спросили, я это не оставил. То есть это не мое, да, решение? Пока нет, конечно. Высказаться по вопросу регламента работы кредитного комитета. Вопросы, которые необходимо быть. Какую ответственность должны нести члены? В каком кредитном комитете вы? Согласно решению кредитного движения в следующем составе. Черновецкий, Краснобаев, Лимит. Да. Дополнительный фонд. Во-первых, я никого не утверждал. Я всего лишь попросил это высказать. Вы сказали, что справочная информация только ответственность и процедура взаимодействия. А кредитный комитет процент от дохода и лимита полномочий не согласован. А это что по подписи БАСа? Дело в том, что БАС обратился и вы дали резолюцию высказаться всем
директорам отделений по поводу... А где же эта резолюция? Я не помню ничего. О чем вы говорите? Что это такое? По какому вопросу высказаться? По вопросу высказаться? По вопросу БАСа там такая ситуация. Обратился директор институтского отделения БАС с предложением о том, чтобы все директора отделений имели право подписи на кредитных договорах по потребительскому кредитованию. Ну вот. Когда он обращался? Ничего не помню. Ну, это же мне передал дела Каркушка, и я по каждой служебке пишу эту. Не знаю ничего. Это вам надо прочитать. Только с месяца со служебками. Да, я вижу проблему, которая у нас может стать, чтобы я просто никого потом, чтобы не было никаких проблем, потому что, не дай бог, что будет получаться, не будет получаться. Тем более, что заместители директора отделения тоже будут работать на доходе. Я думаю, что нам надо будет, наверное, минимум пройти 5 отделений. Вопросы я заставлю всех вам сформулировать. Вы пишите, я же так для вас говорю. Вопросы вам я заставлю все департаменты изложить, чтобы вам было ясно, на какие вопросы отвечать. И мне как-то надо определяться с вами, потому что на этих совещаниях я хочу понять, с кем я имею дело. У меня есть, появляются некоторые сомнения и вопросы. Которые я хочу для себя прояснить, чтобы я взял на себя полную ответственность и назначил конкретного человека директором. Отделений будет куча, всем присутствующим отделений хватит. Проблемы никакой нет, но ошибка здесь никакая невозможна. Я говорил тебе, что ты написал мне... Да. Одну служебку уже в общем отделе, скорее всего, вам уже ее передали. Да. Вторая в черном варианте у меня сейчас, завтра будет готова. И есть еще пару дней. Ну, подожди. Я что тебе... Какое ожидание дал? Вы сказали мне написать две служебки. Угу. Первая по поводу рекламы на фиксальных чеках банкоматов, она уже в общем отделе, ну и я думаю, что она уже у вас. Вторая, насчет базы по кредитованию. Там вспоминаются два отделения, это Беличевское и Серецкое, поэтому я еще поговорил с директорами этих отделений, они мне немножко подсказали, и завтра уже вот в комплексе эта работа будет. Что за база? Ничего не понял. База по клиентам, которые хотят получить кредит. Ну, я рассказывал ситуацию, когда был в одном отделении, пришли люди за кредитом, им там отказали, они пришли в другое отделение. Угу. Вот по ней я сейчас пишу служебку, уже завтра нам будет предоставлено вам. Да. А почему завтра? Когда я тебе скажу, что Вы говорили в пятницу, то есть в понедельник я одну предоставил, вторая будет завтра. Что потом я говорил по поводу служебок? Ну, там вообще звучала фраза, что когда я предоставлю, если я предоставлю эти служебки и там будет все нормально высказано, то вы меня утвердите в должности директора. А что ж ты приступил к работе директором? Я тебе сказал, что пока ты мне не предоставишь. Я не приступал к должности, просто был приказ, и я нахожусь на отделении, больше там никого нету. А что ж ты не кричал мне с утра по телефону, что проблема? Я на отделении, непонятно, что делать, и вы мне дали такое задание, а я... Ну, я решаю сейчас это задание. То есть оно к завтрашнему дню будет решено. Мне же не подходит. У нас есть какое-то непонимание. А как должен был он поступить? Я ему сказал, не приступай. Или помните, был разговор? Как бы вы поступили?
Не, ну, это его идея, я бы зажегся бы и сделал. Что именно? Ну, ваше поручение. Ну, дальше, ну, сделал бы, как бы поступил, в чем есть писательство? Ну, было времени, ну, на мой взгляд, достаточно до суббота-воскресенья. Сделал. А дальше как? Принес бы, ну, наверное, через общее дело. Да. Вот так. Кто хочет сказать, как надо поступить по моему поручению конкретно? Кто его слышал? Ну. Я бы, наверное, сделал поручение и попытался как-то связаться с вами. Чтобы... А как со мной связаться? Через приемную, назначить встречу, еще да, как-то, как бы стучался, да, чтобы добиться вам, и от вас, вы и от вас получить какой-то ответ. Да, и у вас вроде ничего, а у тебя проблема. А как же я с тобой работаю? Если ты не понимаешь русского языка, не будешь ты директором отделения. Старалась уже подготовиться. Не будет. Да зачем она мне нужна? Мне не нужна твоя служебка. У нас военная дисциплина. Я сказал, надо сразу выполнить. Не можешь выполнить, должен был со мне позвонить. Если не позвонил, раб. Как и он, который шепчет. Я что, отправлю вас на отделение, если вы разговаривать не можете? У меня голос немножко сонный. Справка мне нужна завтра. С медицинского учреждения. Я думаю, что у вас не в голосе, у вас внутри проблемы. Не, немножко тяжеловато. Да, да. И я должен здесь сориентироваться, потому что я не могу рабов назначать директора. Завтра к тебе придет клиент, и ты все там похоронишь. Тихо, мирно, ты мне не позвонишь. Не быть тебе директором, дорогой мой. А шанс был. Я не хотел тебя назначать, потому что я обещал другим. А ты входил в число претендентов. Вдруг ты вылезаешь директором. Я сказал нет. Потом ты выступил и сказал умное. Да? Я тебе сказал, давай мне предложение. Так оно и есть предложение. И оставайся с ним. Ну просто его надо было... Вопрос этот закрыт. Я с рабами дела не имею. Вот когда ты из раба вырастешь, тогда будет нормально. Поэтому я полагаю, что мне нужно какое-то время. Я не могу опереться на людей. Ну мне выгонять надо, это проблема. Ну, предложение. Да. Вот по электронной почте приходят... Я еще раз говорю, между нами никого нет. Я и руководитель банка района. Никого нет. У меня есть телефон, я дал задание, непонятно что-то, сразу мне звонит этот человек. Как он мне позвонил, я могу ему перезвонить, это другой вопрос. Он сразу передо мной вырастает в виде самостоятельной фигуры. Если клерк, раб, шепчет, умирает от страха, не делает то, что я сказал, и не понял, и не уточнил, все, хана. В следующий раз у тебя будет шанс. Тебе придется доказать, что ты что-то понял из моего разговора. А так, завтра мне нужно какое предложение? Кто у нас есть на директора? Да. Да. Да, будет. Да, срочно. Потому что он не может там быть. Да. Ты ему все там похоронишь. Мне нужны люди, которые будут доносить до меня информацию, чтобы мы вместе здесь принимали решение. А кто хочет затаиться там тихо, мирно, пересидеть, все выучить, потом, когда-то... Мы платим сумасшедшие деньги. Средняя зарплата, самая большая, 42 тысячи в месяц. Я что? А вам там клиентов понавалят, откуда я знаю? Вам надо их платить или нет? Вот я бы назначал, а сейчас мне надо ревизию какую-то делать. Потому что может он даром их получает. Мне не жалко. Проблема-то в чем? Зря ревизия. А? Зря платят. Да плевать на это. Мы теряем намного больше. Кто хочет сказать? В чем проблема? Чего? В имидже банка. В имидже банка, но это еще не все. А в экономической части? В чем проблема? Отстаем. Доходы не дополучаем. Вот точно. Хоть шепотом, но говорите. Да. Справка нужна. Иначе вы не будете директором. Справка. И я ее перепроверю. Как с голосом. Вот. Потому что если бы я туда назначил не раба, да? Нам и так прут со всех сторон клиент. То у нас был бы доход, и он бы получал не 20 тысяч в месяц, а 120. А так и 20 эти ни за что платить. Потому что он только позорит банк и сдерживает его развитие. Вот в чем вопрос. Плевал я на эти деньги, подумаешь. И у нас есть сейчас процентов 10 директоров отделений, которые ни за что получают деньги. Ни за что. Попал в хорошее место и гребет их лопатой. Его надо сдвинуть. Он проблема. Для банка.
Потому что директором банка может быть только человек, который способен до меня дойти, выполнить мое поручение. Любое поручение выполняется докладом, а не просто выполнил и сидит, ждет, вспомню я об этом или нет. Смешно, да? Здесь такое каждый день. Короче, вот ты чё ж не выполнил? Он говорит, да я выполнил, год назад. А чё ж не доложил? А он не знает, что докладывать надо. Ну я этому должен вас научить. Проблема. Поэтому я думаю, 5 отделений, да? Сформулированные вопросы. И после этого вам придется по каждому отделению написать свое заключение. Кто и как работает. Заодно я и выясню, что там происходит. Если все у вас там будет гладко, и никаких вопросов, вы не всплывете, пока я живу, никогда. Вот такие дела. Кому писать? Вам? На меня. Но не сразу, не в виде кляуза. И проблемы никакой в этом нет. И у нас ведь, а? Придется вынести вопрос на обсуждение здесь. Вы никакой не друг тому, кому вы идете. Ни кум, ни брат. Хотите с ним дружить? Оставайтесь у него в клетках всю оставшуюся жизнь. Хотите выскочить, вам придется вывернуть его наизнанку. А я уже оценю, все ли нормально или нет. Я каждому знаю сам. Потому что не может человек все делать как бы нормально. Миллион проблем у Белогету, которые вы проводили стажировку. Ну, она велика, я ее не сдвину. То есть, ну я воспримем все, что вы сказали. А может что-то такое будет необычное. Вам, кстати, придется написать по этому поводу. Что вы там увидели, не так. А хотите быть другом с ними? То есть к дружбе это никакого отношения не имеет. Вот когда вы стали директором отделения, вот когда вы дружите, вот, корешуйте, пиво пейте, а так вам придется себя проявить. А то я в ужасе. Я некоторые вопросы задаю, а вы не куете. Я представляю, что вы там будете делать на отделении. Нас должен представлять человек, который способен выполнить любую операцию. Не замочить кого-то, вот, а сделать все как надо. Кто хочет высказаться? Может быть, вы не того ждали от стажировки, потому что да, поначалу вы ведь там все было классно. Вас отобрал такой же, как вы. Вот, я что думаю, что сейчас вот для нас самое интересное, и я думаю, самое важное для директора в первую очередь, это что можно сказать новому пришедшему клиенту о банке. Да. Клиенту все равно где обслуживаться. Да. Ему надо знать, чем этот банк лучше, чем другой. Да. Этому нас не учат. Этого нас не показывают. Этого никто не рассказывает. Здрасте. Да вы на всех семинарах были. Как же не показывают? Нет. Ну, то, что конфиденциально... А вы же взяли ваш отчет. Вам дали его? Нет? Да. А вы что-то мне нашли? Чем мы отличаемся? Ну, нашли. Ну, как бы, знаете, конечно, теория, там, вот это цифры, что хороший рост большой, все это да. Но вот именно как себя вести, это как вот показать? Господи. Вы обещали показать кассету. В отчете у вас что, нету данных... Кто хочет сказать по отчету? Вы видели новый отчет? Да. Что я там видел. Можно? Чем мы отличаемся от других банков? Кто хочет высказать? Кто-нибудь что-нибудь увидел, нет? Я хотел сказать, что у директора отделения есть семинар, вот как раз вот по этому вопросу, который вы проводили. Да. Вот у меня сегодня был точно такой же вопрос директору отделения. Да. Он мне просто первое, единственное, что он мне сделал, он говорит, вот нас сначала прости, семинар распечатан. А, со мной? Да. А потом, если у тебя возникнут вопросы, задачи. Но, а мне ничего не сказал. Рейтовка. Это Светенко был? Светенко Богдан. А он вышел уже? Да, он был, он еще в воскресенье выходил. Хороший директор. Он вышел в субботу, просто заехал, просил, как дела, и вышел. Вот отдайте заставки всех. А вы к директору отделения обращались? Да. О каком отделении? В Троещинском. Ну да, это кто там? Ну там караул полный. Конечно, он вам ничего не скажет. Это или нет такое же, да. Это есть, вот это да. Обязательно есть. Я проводил семинары, распечатал все, чем мы, все мы отличаемся, да. Помогите господину. Мы очень серьезно отличаемся. Сегодня я разговаривал с Национальным банком Украины, вот с комиссией, там 20 человек. Вот. И они говорят, сильно отличаемся.
личностям, по операции, которые мы проводим, нет никакого сравнения ни с одним банком, кроме приватной или онлайн. А там есть идеология. И в отчете там есть. В отчете есть. Да, в отчете есть, что мы принципиальные члены виза. Ну это все вы увидите в той бумаге, которая есть. Да. Кроме того, залезьте на сайт банка. А? А вы были? Нет, кого-то. А что? Ну как бы доступ немножко ограничен, а вот через интернет-кафе не получалось. В отделение после 6 вечера. В выходные дни можно прийти в отделение. Доступ ограничен. Кто же вам ограничил доступ? Ну, в принципе, у меня нету дома компьютера, нет интернета. В чем дома? В отделении? В отделении. Где я на стажировке? Там просто после 6 вечера. В выходные дни там не ограничено просто вообще. Вы не подключаетесь. Да, можно есть вопрос. А ну спросите. Ну вот я спросил, да, мне ответили, ну, что есть распечатка. Кроме этого, ну это общий вопрос. Кроме этого? Ну, даже так и не вспомню сразу вот в лоб поставленный вопрос. У кого нет вопросов, это уже вопрос. Если у вас сейчас ко мне нет никаких вопросов, бабан, и не будет никогда. Вот могу с кем угодно поспорить. У вас вопросов не будет. И для вас это не увосяки, все, что я вам рассказывал. Вы прямо в точку попали. Это я вам точно гарантирую. Так. Можно высказаться? Давай. Там вот у меня такое предложение, директорам приходит по электронной почте высказаться по тому или иному вопросу. Да. Вот, я эту всю электронную почту читал, мне довольно-таки интересно, там вот было стратегическое развитие приватбанка, да. И вы сказали высказаться всем, да. Вот. Да. И мой директор просто этим занимался, я просто сел вместе, и как бы просто довольно-таки, если бы, кроме них, мы еще с вами общались таким же образом, вы, по крайней мере, быстрее смогли нас узнать, наверное. Ну, честно говоря, по стратегическому банкам мы, оно у меня лежало 1.5 года. Я его никак не мог до него, я до него даже не дорос, настолько приватбанк нас тогда обгонял. Сегодня мы заинтересованы в стратегическом развитии, ну, банка. А так это очень серьезный документ. Я не думаю, что вы по нему, ну, как бы можете выступить авторитетно, но, пожалуйста, там. Вся электронка, которую мы даем, можем давать и заместителям, пусть они тоже отдельно высказываются. Не, ну просто в электронке там бывают иногда вопросы практического характера, которые многие как бы еще не сталкиваются. Просто вам предоставляете электронку или от них требуют? С меня ни одна электронка не уходит. Вы не имеете права с меня ничего говорить. Я имею в виду, когда приходят. Требовать с них или пока по желанию? По желанию. Да, ну, Михаил, можно узнать ваше видение? То есть вы сейчас хотите, если я правильно понял, на каждое отделение поставить зама, да. Замдиректора. Да. И какие вы... Пять отделений я хочу, да, чтобы каждый прошел. Да, сменил, да. Пять отделений. И каждый дал свои замечания. Совершенно по, верно. По отделению. Какие вы для себя видите, какие обязанности должен выполнять зам? То есть он будет наравне с директором, или это будут две принципиально разные фигуры, которые... Как бы давайте сделаем так. Вы сейчас в течение 2 дней, да, пока вы там стажируете, значит, мы сейчас график стажировки сделаем. Вот. Вы составьте себе план, мы же уже, кстати, об этом говорили, или нет? Что вы себе план стажировки составите? Видение стажировки. Да, видение, где, да. Где это видение? Они должны высказаться по поводу... Где мы делали электронку? Устное распоряжение не должны были выполнить. Нет у меня устных распоряжений, только в сумасшедшем доме устное распоряжение. Я электронку не составлял. Да, тогда срочно составьте электронку. Кто высказался по... Есть письменный? Я написал уже. Вы немедленно выскажитесь. И уже проблема, если кто-то не выскажется. Для вас мои слова являются законом. Надо бегом писать. Садитесь ночью и пишите. Чтоб завтра было тогда видение этого самого. Значит, мое распоряжение устно, я не успею дать электронку. До завтрашнего совещания все должны представить, чтобы я их еще успел посмотреть, видение вашей стажировки.
Это первое вам задание. Садитесь и пишите. А я его откорректирую. У вас должны быть полномочия какие-то и перечень вопросов, ну, которые вы будете курировать. Дайте мне, как вы хотите. Максимум, что вы хотите, потому что решение принимать о том, кого куда назначить, буду я. Вам надо вывернуть все, что вам только возможно. Ну, на самом деле, я сам проходил стажировку, когда я учился в юридическом институте, то я проходил стажировку в Ленинской прокуратуре города Киева. Вот. Тоже 3 месяца. Меня посадили, вот. Пришел я, план стажировки, там, вот, с помощником, как сегодня, 2 дня, или там, неделя, или месяц прокурора, потом со следователем. Вот я попал к помощнику, тот говорит мне, а я был отличником. Ну, мы пиво выпили там разок-два, он мне говорит, ну, что ты мне замешаешь, иди гуляй, я тебе подпишу. Не, давай мне что-нибудь, я так не уйду, иначе пойду прокурор. И мы не подружились. Вот. Я забрал у него дела по прекращению дел по статье, ну, практику. Ну, мы там сидели, ему же надо дальше разродиться заданием, потому что я начал скандалить. И он мне дал материалы по прекращенным делам по милиции. Я взял их все и такое им наделал. Вот. И обобщил их. Вот. И по моему представлению, там, выговора объявляли, начался целый скандал. Начальник края дела прибежал, где вы его взяли. И решение буду принимать я. Поэтому вам придется мне что-то рассказывать. Я буду требовать от вас письменных отчетов. Так что уж, пожалуйста. Поэтому кто-то будет быстрее начальником отделения, кто-то будет чуть помедленнее. Можно еще проведение стажировки. То есть от нас требуется написать, как мы хотим проходить стажировку, что мы хотим, чтобы нам сказали, что мы хотим узнать, как что построить угодно. План. Вот что угодно. А я не могу ничего сказать. Что хотим? Что кому это предоставить? А? Кому? Нет. Шепчущему товарищу. Завтра утром письменно в электронном. Как хотите, не все равно. Ногами, руками, по факсу, это не имеет значения. Но лучше не ходить. По факсу отправьте его. Через факсу. Так что вы уж постарайтесь, потому что я уже сейчас вижу по тем директорам, кто есть, что там 10% надо будет менять. Мне кое-чего не нравится. Мне по Подольскому написать и на Минском, но по Минскому. И по Минскому, да? Написать. Не, подождите, это ж не писать свой отчет, как вы были на отделении, а написать свое видение. Нет, видение проблем, которые я обнаружил. Так и называется. Запишите себе. Какие проблемы вы увидели в работе отделения? Отделение. Да. Или видение самой стажировки, как мы хотим. Нет, это отдельно. А это в конце всей стажировки вы напишите, какие проблемы вы увидели на этом отделении. Раз. Вы пишите только это тоже. Я теряю мысль. Я записал. Да. И как вы видите их решение? Есть у вас это или нет? Стажером. Готовить отзыв по каждому отделению. Да нет. Ну, Господи. Напишите, да? Какие проблемы вы увидели в работе отделения и как вы видите их решение? Вот и все. Так, а на завтра? И как вы видите их решение? На завтра, как вы видите себе программу стажировки? Я вам объясню почему. Ну, во-первых, вы все выдающиеся люди, но нам нужны самые выдающиеся. Я полагаю, что вы много из того, что я вам рассказываю, не ожидали здесь услышать, да? Когда вам предлагали перейти в правый банк на работу. Не ожидали. А? Не ожидали. На 90%. На 90%? Да. Все было классно. Не, ну я просто... Приехал. Я абсолютно по-другому. А почему по-другому? Ну, думали,
все время ну, спокойно, гладко, а тут раз. А тут я восстал, да? Нет, да. Так я получилось. По-другому. Здесь просто чувствуешь себя как бы. Ломаный организм. Лоша ломаного не вот стоит. Вот чему идея. Мы же и должны всех победить. У нас совсем другая задача. Как бы я вам рассказал самое главное. Кто понял, тот понял. А кто нет, тот не поймет никогда. Я ничего другого не скажу. Я вам рассказал об идеологии банка. О том, как я вижу наше с вами партнерство. Вот. И какие я буду... перед вами ставить и задачи, и требования. Это очень важно, чтобы вы услышали это от первого лица банка. Это я решаю эти вопросы. Это вопросы называются принципом идеологии. Вот так это и называется. Идеологии. Большой компании, которую я заряжаю. И любая большая компания имеет свою идеологию. Например, идеология компании Ford, да, это идеология, ну, примерно, да, но она обязательно описана. Что эта компания выпускает автомашины, ну, до сих пор, но хотя новый может человек изменить ее, на среднего, надежный, на среднего американца. А идеология компании Mercedes, это супермашина серийного производства. Ну, это в двух словах, да, но это самое, ну, это ну, как бы люкс, лучше нет, но серийного. А идеология компании, допустим, этой самой Bentley, или, ну это я из автомобильной говорю, да, это идеология ручной сборки, эксклюзив. Вот. И в каждом секторе рынка, например, в рынке Форда, есть еще примерно такая же идеология, у Volkswagen, там, и, ну везде есть своя конкуренция. Я вам рассказываю, но идеология это самое главное. Главнее вообще ничего нет для компании крупной. Ничего нет. Да? И здесь еще излагаются вопросы амбиций. Да? Почему сложно и почему новое, ну, вы услышали. Это вопрос амбиций. Того, чего мы хотим достичь на рынке. И к чему мы как бы стремимся. Вот. И поэтому удовлетворять этой идеологии, естественно, могут только люди, которые способны будут продвигать ее. А не так, как я вам рассказывал, со мной общался этот менеджер американский. Вот. Идеологию я вам рассказал, это самое главное. А вы уж под себя ее смоделируете, нравится вам это, не нравится вам это. Потому что у нас полно других работ, у нас полно должностей, которые... более высокооплачиваемые на старте и требуют, ну, потому что все вы, как раз отличники, это уже достижение. Все вы способны к определенному виду деятельности. Но меня интересует менеджер, я общаюсь с менеджерами. А кругом у нас есть и другие всякие должности, где тоже большие зарплаты, есть возможности в бизнесе участвовать, ну так. Почему по чуть-чуть? Нормально. 2-3 тысячи долларов зарплаты. Нормально. Но зато до 6, спокойно, с 9 и до 0. А здесь нужны мечтатели и террористы. Потому что нам надо захватывать рынок. Что? Да? Да, надо. Да? Да. Потому что сегодня клиента может добрать только человек уверенный в себе. Уверенные продукты, которые мы ему дали в руки. А если он раб, то надо выжимать из себя раба. А некоторые не могут или до конца своих дней. Я же говорю, что у нас департамент по привлечению клиентов, он до сих пор, уже 7 лет или сколько, 5 работает, до сих пор не уверен, что вообще мы чем-то отличаемся от других. И что надо клиента только по блату. С бутылкой напиться до смерти его. И только тогда он может принять важное стратегическое решение. Перейти на обслуживание.
Ну хорошо, значит, это мы решили. Кто новый совсем? Кто недавно приехал? Раз, два, три, четыре. А вы когда? То есть вы не вы приехали уже во второй, да, полосе? Это да. Те, кого на замок. Мы 6 числа. Да? Вы прошли у меня собеседование? А кто не проходил у меня собеседование? Не прошел у меня собеседование, а потом уже. Раз, два, три, четыре. Ну, вы, наверное, прошли у меня. Это я ошибся. Вы, ну да. Вот вы мне и не ответили на вопрос, как кредит выдавать. Что? Проблемка есть. Я на все ориентируюсь. Потому что это вопрос фантазии. Я все объяснил. И объяснить нового ничего не смогу. Ну, это как бы не безнадежно, потому что есть другим чем заниматься. И вырастили директора отделения МОЖ. И мы там решили зарплаты, чтобы ну, было нормально. Вы завтра со мной этот вопрос узнаете в отделе кадров. Тех иногородних, кого мы пригласили, чтобы мы нормально платили за стажеров. Что я не знаю, что было. Решили. Ну вот. Ну как бы все. Если хотите что-то спросить. У меня питання. Я вже, це вже буде третій раз, як я задаю своє питання і не чую на нього відповіді, воно десь губиться. Що мені розказали про тактику і стратегію роботи на відділенні, на новому відділенні, яке відкривається. Це вже третій раз я це питання задаю. Третій раз стукаю. Стратегія, тактика на новому відділенні. Новому, от нульове відділення, от я приходжу, от ваше бачення. Да. Нет, действительно, и однозначного ответа, и, ну, я могу два слова бы сказать. Есть клиенты, которые просто к вам повалят, тут есть отделение на Лукьяновке, да? Я не знаю, оно в плохом месте, на мой взгляд, да? Оно не на центральной улице. Ну, чего там такая движуха идет, не могу понять. И просто, кого туда не поставишь, там все время номер один оборот. То есть те клиенты, которые будут приходить, им надо дать полный комплекс услуг, чтобы они полностью с потрохами переходили. А остальных надо обходить район тоже, смотреть, какие есть, и делать звонок, вот, брать отчет, идти встречаться и договариваться о встрече. Ни в коем случае не стоять в приемной, не ждать вот, до посинения, вот, как бедный родственник, потому что за спиной у вас солидный банк. Если вы себя ведете не солидно, ну, это позорит банк. Это ни в коем случае нельзя допустить. Мы везде идем только с высоко поднятой головой. Поэтому если вам назначили время, пытайтесь назначить время, ну, встречу в своем банке. Не получится идти на встречу строго в обозначенное время. Не принял, не хочет. Зайдем по-другому. Напишем ему письмо с привлекательными предложениями. Если не хочет на привлекательные предложения отвечать, тогда надо проанализировать и доложить на совещании. Может быть, это в большинстве предприятий работают клерки. Плохой менеджмент. Назначили директора, да, а ему плевать. Вот у него там, он платит процент за обналичку, ну, там, за инкассацию, да? Мы ему предлагаем ноль, а он все равно не идет. Значит, это наемный человек, который в отличие от вас, не как бы работающий от дохода, или даже, может быть, и он такой же, как и вы, но он позорит свою компанию. Тогда надо выходить на учредителей. И сказать, написать им письмо. Ваш идиот, которому мы дали предложение, и который тут же считаем доход, вот, который в результате наших данных мог бы вам сэкономить столько, даже не ответил нам на письмо. Вот. Так и я делаю везде в своей работе. Если я где-то прихожу в магазин, да? Вот. И, ну, показываю свою, например, вот пришел я в магазин, там, плохой менеджмент, покупать себе там спортивный костюм.
они мне говорят, ну карточки, дайте мне паспорт. А я говорю, у меня не паспорт, у меня удостоверение депутата Верховного Совета. Да. Зарплаты, ты сказал, довести, туда их нельзя. Тебе надо проконтролировать, думаю, что я их взял. Вот. Он мне говорит, этого недостаточно. Проблема. Вот. Я тогда получаю своему помощнику, и они мне приносят извинения. Но я тем самым помогаю этому человеку и менеджмент как бы, улучшить. И он мне говорит спасибо. Я вас уверяю, учредитель или хороший менеджер никогда не позволит себе не ответить на предложение, которое является экономически для него выгодным. Иначе что? Или он взятку берет с того банка, которому обслуживается. А нам подобраться надо под цифры, понять, что происходит. Найти информацию, где мы можем их, как бы, не находим понимания в этом самом, в обналичке, в этом, в инкассации. Мы можем подъехать со стороны дисконтной программы, потребительского кредитования. Разработать стратегию, сначала мы их на потребительское. Он говорит, я не знаю, в моем банке все нормально, я не очень хочу, там и все. Вот, хотя нет причин. Конфиденциальность, все остальное. Вот. Это вы можете прослушать, я вам дам кассету по конфиденциальности. Я поводу, причем здесь потребительский кредит, я имею в виду, он же кредит. А у нас отработан, ну, магазин. Ага, поняла, поводу товара. Мы делаем это услугу, а другие банки нет. И мы говорим директору, у нас есть 50 тысяч карточек, да? И из них 90% или 80%. Мы тебе всех своих клиентов даем. Все они узнают о твоем магазине, что даешь скидку. Ну, в смысле не скидку, а что ты можешь купить товар. А почему? А потому что это в основном карточники, это бюджетники, зарплатники. Ну, разные. Не только бюджетники, но и коммерческие службы. Это как раз люди, которые, смотри какой магазин. Если он на эксклюзив, мы тогда пишем бумаги, что у нас есть там до 1000 клиентов с оборотом по карточке до 100 тысяч долларов. Да, это на него повлияет. Если это ширпотреб, дохлые эти телевизоры и убитые холодильники, дадим наши потребительский кредит для это мы дадим 35 тысяч человек, которые узнают, только сумасшедший может отказаться. Безумно. Бесплатная реклама. И плюс к нему идут и покупают у него товары. Он увеличивает оборот. Да. Или, он говорит, инкассацию не хочу, тогда надо сначала поговорить с бухгалтером, а сколько раз тебя инкассируют? А один раз. А тебе нужны мелкие купюры? Нужны. А вот мы тебе и мелкие купюры дадим, и 10 раз будем тебя в день инкассировать. То есть, если нас интересуют клиенты только на коммерческой форме, в основном, собственности, как это называется? Частность. Да, то есть бизнес. Конечно, государственному директору ничего не объяснишь, он ничего не хочет знать. Вот. А коммерчески ему все интересно. То есть мы должны сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Все, и он наш. А если у директора с мозгами напряженно, то он идет, называется компания Аваль страхования, да, например, да? И вот он идет к нему и ходит у него, ноет, перейти к нам на обслуживание. Ну как же он его переведет на обслуживание, если это он работает с банком Аваль? И банк Аваль является основным его учредителем. Что он ему позволит? Во! И такое. Я же что-то директоров филиалов читаю, с мозгами, полный конец, да и все. Какие есть вопросы? Вы нам обещали. Это вам всю ночь писать что надо. Что такое дрянь? Это получилось. Такая дрянь, которая всем понятна. Это чепуха. Тварин это Бог. Карточку провел здесь.
вопрос, вы обещали показать о плохом менеджменте. Не могу найти кассетки. Есть предложение. Нужно подготовить банки, филиалы и отделения десятилетия независимости праздновать. То есть, мне кажется, надо вывесить флаги по всем отделениям. И, я не знаю, если у нас банк сделать монету, то заказать эту монету. Тем более мы работаем. Прожектерство. Я не думаю, что вы сейчас способны разродиться какой-то классной идеей любой из вас. Да? Нормально, что вы говорите, я пока это не воспринимаю. Но по той простой причине, что я уже говорил, для того, чтобы появились предметные, полезные, экономически целесообразные идеи, для этого надо, чтобы информация в голову закачать. Да? Чтобы вы поняли, чем мы занимаемся, прошли инструкции, читали УНИАН и деловую прессу. И вы начнете выдавать идеи не раньше, чем серьезные. Ну, говорить надо, нормально, что сказать. Я просто там говорю флаги чепуха и не повесим, а там негде вешать. А здесь повешим. И это, что во второй монеты. Монеты чепуха, это мы проходили, это очень дорого стоит. Зачем нам монеты, когда у нас есть граммовые слитки, они вместо монет? Можно сделать праздник, например, арендовать зоопарк на 2 дня, как правых сон в честь своего дня рождения делает подарок для детей и их родителей. Да, все делаем. И рекламой занимаюсь лично я, и ничего такого. Можно и цирки это сделать, и все. Когда вы посчитаете все это, тогда будет интересно это послушать. Во что это выльется и почему. Я готов выслушать любую идею мотивированную, да? А от фонаря никакую. Потому что я за вас-то не буду. Ну, звонить надо директору, да? Выяснять, сколько людей у них бывает. Или какие вопросы? А ну. Позвонить директору, спросить, на каких условиях он может предоставить нам... Да нафиг его условия. Первый вопрос какой задать? Сколько стоит? Первый вопрос какой задать нам? Сколько в среднем посещают? О, а так безумно. Ну вы будете биться, выясните все, и мы будем торговаться до смерти, пока мы 2 дня не сделаем. Проблема с головой. Чуть-чуть. Я вас уверяю, что люди пойдут, может, такой опыт уже был. А окажется, что нет там людей. Третье надо выяснить. Ну хорошо, какие вопросы надо выяснить, прежде чем идти в зоопарк? Люди пойдут, это база. А ну поехали. Какие вопросы, кто хочет поставить? Прежде чем обратиться в зоопарк, прежде чем дать мне предложение. Сколько людей узнает об этом событии? Как это выяснить? Как выяснить? Как? Элементарно, а сколько вместит зоопарк, столько? Сколько людей придет? Нет. Кто хочет сказать, как подойти к идее, неплохая идея рекламы зоопарка? Просто благотворительности, да. Ну, надо выяснить, как вы уже сами сказали, сколько ежедневно в среднем посещает людей, потом цену на билеты для детей, для взрослых, сколько взрослых, сколько детей. Еще какие? Какой нет, это зоопарком просто пример разглядывать нет смысла. Отлично, в зоопарк не ходят потенциальные клиенты банка, придут дети, почему? Да, будет здорово, почему? Будет весело. А дети придут сами, не согласны. Я согласен полностью. Сколько людей ходит? Еще какие вопросы надо выяснить, прежде чем принимать решение? Какой день больше всего уходит? Какой день больше уходит? Выходные. Нет, мы же говорим, что понятно. Что в этот день еще в городе будет? Что в этот день еще в городе будет? Чтобы они, сволочи, не ушли на фейерверк. Ну. А вот сколько было людей в зоопарке, когда, вот, например, праздновался День Киева, и был бесплатный праздник? Да, забито было. Да, было мороженое. Хорошо. Сколько было людей в зоопарке в прошлом году, когда мы собираемся делать рекламу? Так, да? Сколько на День Киева, когда бесплатный проход? Какие еще вопросы? Какой средний возраст людей? Какой средний возраст людей? Зачем вам это надо? Ну, если это одни пенсионеры с внуками ходят, это одно дело. А если это, допустим, солидные люди... Зачем там... вам это надо? Ну, чтобы ориентироваться, ориентироваться на какую рекламу давать, на кого направлено. Зачем вам это надо? На если кого направлено? Да. Ну да, на кого направлено рекламу в первую очередь. Хорошо. Какую рекламу дать средства массовой информации? И сколько это будет стоить? Ну, что-то надо разрекламировать. Хорошо. Какую рекламу, никакой рекламы не надо, потому что если мы бесплатно сделаем, где не рекламу. Нет, да. Какой еще вопрос? Какой вопрос? Можно ли разместить рекламный стенд, что это делать правых? Можно, это мелочь. Вот так умные вопросы. Были ли клиенты в зоопарке, клиенты правых банков в зоопарке? То есть потом в будущем можно было бы делать.
например, были ли клиенты правых банков, зоопарк, ну, с внуками, например. Можно лично пригласить хорошего клиента. Подождите, может быть, какие-то ответы не уходят в зоопарк? Глупость. Это из области этого. Кто еще хочет какие вопросы задать? Я просто могу сказать, что все заговорят сразу об этом событии в городе, оно возымеет ажиотаж. В Одессе был такой опыт, местный банк, Пивдена называется. Вот они сделали такую акцию, весь город ходил на ушах целую неделю. И обсуждали этот вопрос. Какие еще вопросы задать? Да. Кроме ушей. Ну. Не сделала ли это уже госадминистрация? То есть город может сам сделать бесплатно. Да самое главное, вот было несколько вопросов умных, да? Только я вас уверяю, вот вы, да, фантазер беспочвенный совершенно, да? Потому что ни одного вопроса умного у вас здравым смыслом пока напряженно. Я еще с вами поговорю обязательно. Потому что самое главное, нам надо знать, да, во-первых, сколько людей будет, да, или бывает в эти дни, обычно, статистика. И кто они, да? И теперь второй вопрос. Кто они? По возрасту, правильно сказал. Социальное положение. По возрасту, социальному положению, там, ну, я не знаю. И доход, ну, как бы... Это уже нельзя. Нет, почему? Там стоимость билета есть. А почему? По стоимости? Там же нет стоимости билета. Для детей другая, больше ничего нельзя выйти. Там же нет для бизнесмена, для... Но самое главное, никто из вас не сказал. Сколько они продукции... Кого мы хотим попасть? Реклама бьет в кого? Пустое. Мы потратим деньги и все. И все будут шуметь, а толку от этого аж никакого не будет. А вот кого вы попасть хотите? В голову не приходит. Можно сначала выбрать просто, сказали, чтобы... Да? Кого да. хотите попасть? Кого? А я же сказал. Нам все, все не нужны. У нас же банк считается немножко коммунальный, правильно? То есть мы ориентированы на физлицы, то есть широкое распыление. Вот на физлицы, на широкое распыление. Ходят к нам уже ровно те, кто ходит, рядом живет. Ну, чуть-чуть может. Единственное, мы... Кого хотите попасть? Можно клиентам банка предоставить. Так а зачем мы, наверное, надо снимать? Ну, они не пройдут. Наши клиенты люди в основном обеспечены. Так вот, до тех пор, пока вы не решите самый главный вопрос. В кого? Я не хочу его сейчас решать. Это вопрос для умного человека. В кого вы хотите попасть? Никакой рекламы давать не буду. А вы ответы на этот вопрос не знаете, и я пока не знаю. Потому что когда мы даем рекламу в бизнесе, мы даем рекламу для бизнесмена. Да? И я не пропускаю никаких банальностей, потому что бизнесмены не лохи. Вот. И они сразу ориентируются моментально. Ну, какая глупость там, ну, сказано. Я не даю рекламу в бизнесе по процентам для физических лиц, потому что я хочу попасть в бизнесмен. А бизнесмены это что? Карточные проекты, открытие счетов, конфиденциальность им интересно, чтобы они протащились от банка, кредиты. Вы далеки от этого. Я просто вам рассказал. В этом я как раз разбираюсь хорошо. И надо давать рекламу куда? И тратить деньги на какие мероприятия? Которые подешевле или подороже? Вот, например, есть газета «Бизнес», да? И есть газета «Компаньон». Да? И есть газета «Галицкий контракт». Так вот, где давать рекламу по ну, корпоративным там, нашим потенциальным клиентам? Ну, а? Теперь газет, значит, стоит это, да? А мы даем там, во-первых, реклама срабатывает на седьмой раз, чтобы вы знали. Это, ну, есть правила там определенные. Но в бизнесе это стоит 4 раза дать в месяц. Там, мы такими этими делаем. Это стоит $5000, да? В компаньоне это стоит $1000. А в галицких контрактах это стоит
850 долларов. Где давать рекламу? Бизнес. Надо давать рекламу. А? На какую рекламу? Вот, например, рекламу, которую мы даем бизнесу для депозитов от полумиллиона для и больше, для юрлиц, то это прекрасно, потому что такую газету читают только крупные бизнесмены. Это мы попали так в... Так где дать? Вот здесь дать? И в бизнесе, или в компаньоне, или... Кто читает эти газеты? Ну так как поступить? Или во всех давать? Как думать? Есть какой-то рейтинг еще. А? Рейтинг. Каждая реклама несет определенного рода информацию. Каждую газету читает определенный круг людей. Очень умно. Ну хорошо, это нормальное рассуждение. Чем закончится? Закончится тем, что каждый вид услуг может дать рекламу во всех газетах. Но в каждой газете предоставит тот вид услуг, кто является потенциальным читателем этой газеты. Гениально, это так я и делаю. Какие еще есть идеи? Во всех давать или в каждой? Сколько журналов продается? Ну это тираж, нам говорили. Да. Можно предоставить все услуги, но акцент сделать, вот именно как вот сказал вот передавной человек. То есть представлены все услуги, но на определенные сделать особый аргумент. То есть, как-никак, некоторые люди попадут и в дополнительные услуги. Да все, нет смысла. Нет, да. Коммунальные регламенты. Ясно, от нас директора я услышал предложение, да. Я считаю, что, например, коммунальные услуги рекламировать в бизнесе нет смысла. Да, я считаю. А что же говорил? Потому что... Так что делать? В одной газете, в трех газетах, все брать издания или как? Ну, через время можно говорить. Да, вот эту тему вообще как бы не очень трогать, потому что вы далеки от этого. И я вам просто. Если кто захочет ко мне прийти поговорить о рекламе, у нас даже есть рекламное предприятие, можем зарабатывать миллионы на нем. Но если только вы хотите этим заниматься. Я пока этим занимаюсь, а вы можете смотреть нашу рекламу. И я, кстати сказать. О, запишите интересную рекламу, чтобы все директора отделения высказались по рекламе за последние полгода. Я не хочу. О чем? Вы мне просто это напишите, да? Высказались о целесообразности рекламы за последние полгода. Значит, на самом деле мы даем... я не люблю бизнес. Там правит ею Медведчук с Уркисом. Они специально не дают возможности нам никаких делать информационных сообщений. То есть это как бы война. Но бизнес и личные как бы, ну, дела, они никакого отношения друг к другу не имеют. Только идиоты и неудачники в бизнесе реагируют на какие-то личные... Ну, я даю рекламу самую дорогую, потому что реклама дешевая, лучше ее вообще не давать. Поэтому я даю бизнес там, где это касается бизнесменов. И периодически все бизнес-издания пробиваю. А справочная служба, я даю телефон только справочной службе, делает мониторинг, сколько звонков. И получается, что бизнес давать намного дешевле. Хотя мы платим за бизнес. Мы заплатили бизнесу в прошлом году 157 тысяч долларов. Они меня терпеть не могут. А я всех люблю. Но как бы я бы не хотел. Мне не нравится сама идеология газеты. Не нравится компаньон. Но это мне нравится, да? Не нравится Коммерсант Дейли. Но они велики. Они захватили рынок. И сегодня мы попадаем прямо в точку, когда мы даем рекламу. Ну, это вы говорите субъективно. А я вам могу дать, ну, вы правильно говорите, но как бы интуитивно чувствую. А у меня есть за каждый день, нет, неделю, я вам могу справку дать. Кстати, напишите, чтобы я предоставил всем распечатку справочной службы, круглосуточной, по которой бомбят. Сразу как реклама вышла и поехала. Терпеть не могу Рио. Сумасшедшие деньги стоят. Там, вот такое объявление стоит там чуть ли не $1000. Долблю его постоянно. Потому что оно миллион тиражов, шлеп бедных людей. Бабушек и дедушек. И они нам тут же побежали пенсии. Да. Вот такая идеология как бы рекламы. А вообще рекламную кампанию проводят, это просто уже для будущего, чтобы я не сбивался людей.
Рекламную кампанию проводят всегда комплексно. Да? Если вы хотите, чтобы она достигла цели, одна реклама не работает. То есть она должна идти сразу. Ну, если вот вы новую услугу обваливаете и хотите добить до всех, или имидж довести банка, ну там, что-то такое довести, чтобы все заговорили, и пошла отдача, то лучше всего ее сразу давать по всем средствам массовой информации, например, FM, ну, там, где у кого машины, если для бизнесмена, сразу бизнес, компаньон, все деловые самые, плюс тарабанит все время по разным самым рейтинговым FM, плюс можно еще дать по телевидению, пока понять, вот я хорошо попал с боксом, ну, да, смотрят, как раз люди, потому что в боксе есть момент как бы проявления себя. Силы, да. И оно работает то, что надо. А, так сказать, гроши стоят за копейки. 3000, по-моему, один гроши. Доброе. Вот. Так что класс. Я в этом понимаю. А кто хочет разобраться, пожалуйста, можем это обсудить. Кто хочет еще что спросить? Илья Михайлович, а вы вот сказали, что на самом деле лучшая хозяйка, да? Вот. А мы нашли, ну то есть в Украине продается, ну просто Коммерсант Украины, это же газета? Это она. Это она, да? Это она. Коммерсант Украины, да. Ежедневно, да? Причем я вас уверяю, вы ничего не добьете в жизни. Если не будете читать деловые издания. Ничего, ни одного шанса. Абсолютно ни одного. Ни полпроцента, ни одна тысячная процента, ни миллионная, никакая. Потому что сначала вам будет тяжело читать эти газеты, поскольку вы темный, и мне было тяжело. Я полгода себя насиловал, пока я доехал до Коммерсанта. Что произошло? Я сначала, причем в бизнесе очень важен плагиат. То есть, ну как бы это не плагиат, а компиляция. Но. То есть самые талантливые люди, да, они как бы быстро преобразовывают чужую идею в свою. И мало кто знает, кто изобрел, большинство людей не знает, кто изобрел электричество. Ну, это только могут знать на Украине, да в России, где это в обязательном порядке. Но все знают, кто его приспособил. Как его фамилия я забыл? Эдисон, да. Потому что гениальность не в том, что ты, даже в бизнесе, что ты первый это придумал. Ну классно, если ты еще гениальный менеджер. А в том, что ты как менеджер заметил и тут же влепил это сам. Но на новом уровне совершенно. Вот. Так вот Эдисон, это все его изобретение. Горят лампочки, все розетки и все. И бабки он на этом заработал. Это очень важно. Так вот, когда я читал Коммерсант Дейли, первые деньги мы заработали 90% на этой газете. Да, все 100. Прочел аукцион квартир, увидел, а поскольку я юрист, я изложил это все в договорах, рекламу и поехали. Увидел, в Москве сделали аукцион антиквариата. Тут же я подготовил договора элементарные, наволокли нам три таких помещения, икон, всяких золотых, серебряных, там чего хотите. Вот. Все элементарно. Все написано в газетах. У меня, к сожалению, не так много времени сейчас читать. Я иногда не успеваю. А потом я, когда было время, я потерял, ее перестали издавать на Украине, я полгода ее не читал. Через полгода я ее беру, ё-моё, ни одного слова не понимаю. Ни что такое этот самый котировки эти какие-то, там потом эти все эти дефолты, ну все, она выросла газета, а я остался на прежнем уровне, это проблема. А до финансового издания надо дорасти. И все слова брать, словарик и смотреть. Все, каждую статью надо понимать. Обзорно. Любую. Потому что там ваши деньги, там ваше будущее. И это я не смогу ни рассказать, ни объяснить, и ничего сделать. Вот. Это очень важно знать.
Это для тех, кто хочет добиться в жизни многого. Потому что после того, как вы напитаетесь информацией, ваши умные головы отличные начнут выдавать уже на качественно новом уровне идеи. Потому что есть закон изменении качественных этих, количественных, якостных, да, совершенно верно. Это один из величайших законов. И мы никак его, диалектики, мы никак его не перескочим. Нет шансов из дворника выскочить в эти самые гениальных менеджеров. Какие вопросы еще? Где можно взять кассету? Вот эту по социальности. По какую кассету? Вы говорили, что вот, сейчас их там переписывают. Значит, новым, кто... Кто не видел, то не слышал. Сделать просмотр. Надо их все написать, там сейчас этот процесс идет, и показать то, что я рассказал. Практически я почти все весь уже рассказал. Я думаю, что я могу вас дальше собирать, не собирать, я уже не знаю. Повторение мати чи. Ви кажете, за ділову пресу, а за галузькі контракти вона як рахується? Погана чи добра? Хороша газета. Хороша. Її можна рахувати. Вона б'є головний головки. Кстати сказати. А это я имею по распечатке нашего информационного центра. Там 8 человек высокооплачиваемых, круглосуточно. По заведенной мною программе. Кто не позвонил, они спрашивают, иначе я выгоню тут же на следующий день. У них зарплаты высокие. Вот. Откуда вы узнали? Не отвечает? Не отвечает на вопрос. А он уже говорит, от знакомых, или все это идет в вот такой, в этой самой... Справочная служба. Да. Это высокопрофессиональная служба. Это моя заслуга. Мой менеджер. Я придумал. И это нам сэкономило сумасшедшие. Потому что мы то туда пнемся, а результаты я не вижу, отдачи. Какая работа? Да? И мы стали мы даем самые дорогие газеты. В основном информационные источники даем рекламу. Дороже нет. Таке питання відносно сертифікатів, забезпечений золотом. Зараз справ такого немає. Знаю, що є банк форум, де є така штука, що є сертифікат, скажімо, валютний забезпечений. Напишіть, я розповім. Щось в этом є. Дмитрий Миколаївич, а чому б нам на відділенні не виписати, скажімо, пару-тройку газет? Не выпишу. Почему? Потому что 42 тысячи зарплаты пусть свои покупают. Я выписывал на сумасшедшие деньги. Я пока что заставляю читать униал. Дальше есть интернет. Да? И можно в интернете посмотреть. Кстати, Коммерсант, по-моему, у нас в интернете мы ведем. А остальное покупайте за свои гроши. Но я дело в том, что, понимаете, месяц-два я вам повыписываю. Но я не смогу вам это делать, постоянно. У нас есть здесь, библиотека. Берите газеты в библиотеке. Возьмите старый Коммерсант, почитайте. Это великая газета. Есть газеты-авторитеты. Financial Times, да? Я никак его выговорить не могу. Есть Коммерсант, Daily. Акции которого были куплены в Нью-Йорке за 150 миллионов долларов. Представляете, что за газета? О! Нет предела человеческой гениальности. Я никогда не мог понять, как они смогли. Это менеджмент хороший. Вот нашелся человек там, да, который сумел организовать команду людей, которые дают невероятные анализы. Когда почитаешь, попадешь на какой-то анализ рынка, думаешь, нифига себе, чего этот человек не миллионер, зачем он сидит, пишет эти статьи, он великий. А они собрали такие. У них зарплаты сумасшедшие, и они практически без влияния. Вот я разговаривал со вторым человеком в этой газете, он мне передавал разговор. Березовский, владелец контрольного пакета, он звонит и говорит, надо нам дать там, такую статью. А он его... нецензурной бранью, говорит, будешь командовать, мы сейчас все поднимемся и свалим. Потому что для бизнесмена важно, да,
чтобы это бизнес, он дает ему прибыль. И он не вмешается туда. Если бы он на дотации был, это другое дело. Это все вот это ноют неудачники нашей газетенки, что это, мол, убыточно, плохо, да там дотации надо. Да мозгов вам надо. Нигде в мире это не дотационный бизнес. Везде это бизнес-роман, медиа. А для наших многих проблема. Потому что менеджмента нет. Проблема. Какие вопросы уже мы долго? По золоту я уже спрашивал еще раз хочу. Почему отменили разрешение продавать золото через контрольно-кассовый аппарат? Как хрен его знает, даже Нацбанк решил, я не знаю. Разберитесь. Возьмите инструкцию. Поговорите с Николаем. Кто вам не будет отвечать? Я когда говорю, надо слушать. Кто в центральном банке или в отделении не будет отвечать на ваши дурные или умные вопросы, тот будет иметь дело лично со мной. Мы для этого здесь встречаемся. Понятно? Вам все должны на все отвечать. И я должен вычислить ту сволочь, которая начинает что-то там крутить нос. Другой вопрос, что это может быть умный вопрос, глупый вопрос, в письменном виде, в устном виде. Хотите через меня, пишите мне служебки, я буду расписывать их, чтобы вам отвечали. Что еще? Можно вопрос. Ну. Вы сказали, что мы должны пройти 5 отделений. Это по 10 дней будет? Да. И обязательно разные отделения? Да. Начинается. Только чтобы с отделом кадров все было отрегулировано. Ну зачем вы ходите в субботу, если не работаете, не работаете? Ну меня это не интересует. Нет. А, вы будете учитывать где суббота и воскресенье? Ну я не знаю, как нам. Ну не учитывайте. Не учили. Ну входим в воскресенье. Не так можно же ходить и пользоваться. Там можно читать интернет. Наоборот, нет, иногда директором читать. Я не знаю, а как получается? Скажите, вот я хочу, чтобы вы поняли, ну, идею нашего как бы сотрудничества. Вы все будете востребованы в банке. В банке вы начнете свою, если карьеру у нас, да, через полгода вы врываетесь в элиту банковскую. Вас везде возьмут на работу. В любом банке возьмут, посмотрите. Не сделайте ошибки. Если вы не готовы быть директором отделения, вы все меня слушали, да? Самостоятельного банка, вы лучше туда не придите, потому что я вас там достану. И начнется проблема. Разочарование, куда девать, я буду высказывать бурно свои недовольства, да? И вы получите удар моральный. Поэтому вы лучше подготовьтесь. Если кто не директор, какое-то еще время побудет замок. Еще раз пройдем этот путь. Если потом не получится, здесь большие зарплаты в Центральном банке. Нам нужны люди. У меня миллион идей, которые надо заткнуть отличниками. Ну, дырку. Но лучше вы со мной не связывайтесь, если вы попадете не туда, куда, ну, потому что директор отделения — это человек, который будет со мной иметь дело. Как увижу, глаза прячет, или не хочет, или не пишет служебных умных записок, или я узнаю, что он клиенту отказал, да, и никуда не обратился, вот. Или что он какую-то проблему замял. Или что он недостаточно строг со своим персоналом. Или он не лоббирует своих сотрудников, выдающихся, и не, чтобы им повышали зарплаты. Или у него там работают как рабы по 24 часа в сутки, а он ничего не говорит. Я его тут же выгоню. С концами. Ну что, выхода нет. Понижать — это значит врага ставить. Ну, я не знаю, куда понижать. Поэтому всем отделений хватит. Только уж если вы как бы, ну, готовы со мной сражаться дальше.
А если чувствуешь, что уже готов, а надо 2 или 3 отделения, ну, то вы говорите, что целых 5 надо. А если раньше подготовишься, чувствуешь, что можно раньше? Посмотрим на ваши бумаги. Выверните наизнанку хоть одну, так, чтобы я с директором поговорил. Но это не накапать на него. Это не накапать на него. Вы можете с ним эту проблему как бы решить, но мне ее надо отразить. Но не снюхайтесь, потому что если вы все у вас нормально на всех отделениях, да, то у вас ненормально. Каждый директор, по сути, после прохождения этой практики недели пишет же характеристику. Да плевал я на их характеристики. Я еще не знаю, кто там чего пишет, и не ко всем директорам у меня однозначное как бы отношение. Я могу сказать, как бы, ну, на ставке, да, вы лучше тех, кто сегодня работает. В своем большинстве. У них просто есть то, но я двигать их не собираюсь, потому что я знаю, что уже... Ясно. Не все понятно, да? Не пойдет он директором, пока он директора этого не дободает. Вот. Это проблема. А замдиректора пойдет. Раз он так влюблен в директора, пусть с ним работает. В пятницу поднимался вопрос о базах данных. И вот смотрел в безопасности базы, по которым проверяют людей, там, по месту жительства, все такое. Потом база ГАИ шел разговор, и еще вот в таком. Ну, говорилось о том, что искать солидных клиентов, например, по тому, на какой автомобиль на нем записан. То есть, если есть выход на базу ГАИ, то есть легко найти хорошего клиента. Ну, легче. Поднимался такое? Да. По карточкам фонарика. Да, то есть, ну и я смотрел, вот у нас в департаменте так базы идут, ну такие 98-го года, то есть они не новые. Ну что дальше? Ну есть возможность. Ну поднимался, он будет его решать. Есть возможность предоставления таких баз данных. Буквально. Напишите, это с удовольствием, я заплачу за это деньги. Какие есть еще вопросы? Есть смысл нам завтра встречаться? Да. Да, есть. А что обсуждать? Завтра мы уже обсуждаем. Завтра вы мне представите эти самые свои отчеты. Пока.